Орден Линминцзянь, основанный благородным воином Цзяньчи, прославлен в мире заклинателей стремлением своих адептов достичь невозможного. И если Гусулань украшали два благородных нефрита, то Линминцзянь освещала храбрость и упрямство двух героев. Один из них, не желая ни шагу вступать в заклинательном искусстве своему названному брату, на данный момент усердно упражняется в освоении новых техник. Внимание! Пространственно-временной континуум нарушен. Просьба оставаться на своих местах и не вмешиваться в будущее. Где это я? Последний раз по-хорошему прошу тебя, учитель Вэй. Помоги мне собрать осколки души дорогого мне человека. Вэй или нет? Да что, черт возьми, происходит? Ты меня переоцениваешь, Сюэ Ян. Даже если бы у меня была такая способность, то все равно собрать душу, которая сама не желает возвращаться в этот мир, задача невыполнимая. Отказываешься? Ну что ж, учитель Вэй, видимо, отсутствие какой-либо конечности убедит тебя больше, чем тысячи сказанных мною слов. Остановись! Так вот как эта штука работает. Что? Молодой Цзяньчи? Возможно ли такое? Да еще и спасает меня. Все-таки в молодости ты был добрее, чем сейчас. Не стоит благодарности. А что это у вас тут такое? А, понятно. Вот же умора. Неха, который изготовил этот талисман, смазал два иероглифа. И вместо стихии молнии получилось время. Это все объясняет. Как же бесишь. Не тронь его. А Юаньзюн? Неужто? Тигриная печать у него! Будь осторожен! Что? Тигриная печать? Упс! По-моему, сейчас кое-кто узнает слишком много разных подробностей, которые могут негативно изменить ход событий прошлого. Эй, ты что творишь? Послушай, ради всего святого, Цзяньчен, тебе нельзя больше здесь находиться. Снова колесец несешь? Да и из чего вдруг такая забота? Я обещал мадам Юй, что буду защищать тебя. Прощай! Ланьшань! Вэй? Сегодня сама судьба решила вмешаться в земной ход событий. Ничего более не будет прежним. Ты со мной? Что ты предлагаешь? Как это что? Жить сегодняшним днем и любить друг друга. Ребят!